Десятки работ прислали алматинцы на экологический конкурс под названием «Это двор». К примеру, этот рельефный макет полностью выполнен из вторичного сырья. Рисунки, поделки и сочинения детей и подростков со всего мегаполиса оценивало жюри из представителей казахстанских экоорганизаций. В результате осталось 5 победителей, чьи дворы этим летом полностью преобразятся. Благотворительная экологическая инициатива, суть которой в том, чтобы совместно с усилиями детей и родителей преобразовывать пространство вокруг них, то есть включать в себе Творца. Очень часто мы привыкаем к тому, что нам что-то приносят, например, детские игровые площадки. Поставили во двор, мы с ними поиграли, сломали и ждем следующую. Для реконструкции дворов и игровых площадок спонсоры предоставляют все необходимые материалы и инструменты, в том числе саженцы и семена цветущих растений. Каждому двору будет уделено 2 недели. В течение этого времени жители совместно с волонтерами постараются возродить утраченные традиции дружных дворовых сообществ. Дети могут помогать в лакокрасочных работах. У нас есть экологические краски, мы специально подбираем, которые могут пользоваться даже малыши. Мамы и бабушки могут сажать деревья и цветы. Папы могут пойти вместе реставрировать старую, например, скамейку. И таким образом каждый внесет свой вклад, свой труд. Самых маленьких алматинцев, помогающих родителям облагораживать дворовое пространство, будут развлекать аниматоры. Помимо ремонта, во время акции «Экоканикулы» пройдут кино и мультпоказы казахстанских авторов и мастер-классы по созданию полезных вещей из вторсырья. Для очень любознательных горожан активисты организуют работу передвижной библиотеки. Акция стартует 5 июня, а итоги этого проекта подведут к концу лета.